Здравствуйте, подписчики и зрители. Вот такой вот у меня USB донгл SDR. И он, гад, греется. Греется сильно. Вот. Особенно греется у него стабилизатор питания. И одна из микросхем. В общем, покажу, что я сделал. Для того, чтобы уменьшить нагревание. Нагрев. Пошел, значит, на базаре купил радиаторы. Вот. Маленькие вот эти. И вот на этой плате до 50 градусов я измерял. Получается, нагревается до 50 градусов эти элементы. То есть, получается, один из элементов 820 RTL. Вот он маленький. Греется сильно. Я его посадил на термоклей. Радиатор. Аккуратно получилось. Ну, вот. Ну и на второй же такой радиатор посадил на стабилизатор. Вот. И как раз это все дело влезло в коробку обратно. Ну, по крайней мере, я думаю, уже ему будет легче работать и не будет такого дикого и сильного нагрева, как был раньше. Вот. Так что, кому такая идея понравилась, повторяйте. А то я слышал, ребята там прям кулеры вставляют, обдувают это все дело. Вот. Ну, я думаю, в принципе, эти радиаторы должны помочь немножко облегчить режимы кристаллом. Вот такой вот небольшой лайф, господи, лайфхак. Вот. Все, всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, дизлайки, вот, комментируйте. Как видите, на комментарии отвечаю. Вот. Есть особо упоротые ребята, которые гадости всякие пишут. Я сразу предупреждаю. Я не церемонюсь, сразу их в черный список засовываю. И все. Потому что я считаю, что срач не нужно разводить у меня на канале. И негатива как бы мне не нужно. Вот. Так что приветствуется такая конкретная критика. Нормальная. Вот. А всякая, да, конструктивная критика. А всякие такие обидные слова и гадости будут отправляться в ЧС. Вот. Так что, друзья, всего доброго, всем три и всего хорошего.